Новини Гомельщини у матеріалах кореспондента у телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталії Ігнатенка. Добрий вечір. Сьогодні Гомельським обласним громадсько-культурним центром вшановували навученців, які отримали премію Гомельського обласного виконавчого комітету. Заслужені узнагороди переможцям уручив старшиня Гомельського облвиконкома Володимир Дворник. З місця подій наш кореспондент Євген Побаловець. У церемонії прийняли удзел 50 вихованців установ агульна-сярэдній і професійна-технічнай адукацыі з усіх районаў вобласці і горада Гомеля. Гэта абавязковае патрабаванне, таленавіта моладзь ёсць у кожным рэгіёне. Да прыкладу, Александр Ігнатоўскі з'яўляецца адным з адораных перспектыўных маладых людзей у сваіх родных Лельчыцах. Я абшэстанны дзеяцель Лельчыцкага района. Я состою в областном совете старшеклассников, совет лидеров ученического самоуправления. Я также награжден за успех на областной олимпиаде по русскому языку, диплом третьей степени. Падтрымка таленавітай моладзі – адзін з прыярытэтных напрамкаў дзяржаўнай палітыкі. Прэмія прысуджаецца па некалькіх намінацыях. Гэта не толькі сфера адукацыі, але і культура, спорт, грамадская дзейнасць. З 80 заявак задавальняецца толькі 50 – лепшая з лепшых. Победители республиканских олимпиад, областных олимпиад, участники международных олимпиад – это талантливые дети, которые заслужили такое внимание со стороны власти. И каждый год сумма определенно выделяется для вручения этих премий. В этом году более 100 миллионов рублей выделено из областного бюджета. При Гомельском областном выполнительном комитете створена специальная комиссия, которая принимает пропановы от каждого района в области. На подставе этого вызначаются переможцы. За 17 годов існавання державной премии по падтрымцы таленавітай молоді было узнагароджено свыше 800 подлетков Гомельщины. Євген Побаловець, Ігор Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Еще 5 литераторов Гомельской области стали лауреатами премии имя Кирилла Туровского. Церемония уручения отповедных посвящений сегодня прошла у областной универсальной библиотеки. Об чем пишут поэты и прозаики? Потекавился Олег Сенцюроу. На отсутность новых выданий у библиотеках не скардится. Вот «История русов» типа «Корение Сибири» – это российское выдание. Есть и айчины, на вот целая серия. Библиотека Союза письменников Беларуси. Михась Слива на Днепровском лузе. Слива – это творчий псевдоним гомельского письменника Михаила Ковалева. Сёлета с книгой «Гумору не треба хваляваться» и он стал одним из лауреатов премии областного выконавчего комитета имя Кирилла Туровского. В вогуле у этом годе на конкурс было подадено 70 рукописов. Для поравнания, летось 42, у 2013-м, первый год проведения конкурса, 37. Члены жюри означают, на жаль, у некоторых молодых авторов не хапило здольности, как написать творы, цікавые для самого широкого кола читачов. Але и при этом зробить выбор было непросто. Алексей Бычков усе тяжкости переодолел. Его «Любовь на отлеглости зорок» написана по мотивах историчного романа Михаила Расолова «Канцлер румянцев Гомельски». Правда, эта пьеса ориентирована у тем лику на сценичную постановку. Это не инсценировка романа, а это оригинальная пьеса. Потому что мною придуманы и персонажи, введены новые, которых нет в романе. Ну и да и сюжет, собственно, уже развивается под конец, расходится с тем, что Михаил Михайлович Рассолов писал в своем романе. По великим рахунку, присуждение литературной премии Гомельского облвыканкома – это протяг традиции еще советских часов, когда держава подтримливала талиновитых письменников и поэтов. Головное потребование до мастерских творов, которые представляются на литературный конкурс имя Кирилла Туровского, и они повинны рассказать про родный край, его традиции и культуру, а так само об знакомитых людях Гомельской области. Рукописи, которые признаются лепшими, выдаются особными книгами, правда, не вельми великими тиражами. Але это зусім не означает, что читачей за ими николи не ознайомятся. Работники библиотек подкресливают, друкованные выдания сегодня по-ранейшему застаются запотребованными. Але есть и иншие махчимости ознайомиться с написанным. Головное, как читали. Берут и аудиокнигу тоже, но это же не значит, что ее не читают совсем. Независимо от того, в каком виде, формате читают, главное, что ее читают. Если есть какая-то искра Божья, скажем так, то человек пробьется. Олег Сенцюроу, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У 17 раз у Жлобіні прошел областный фестиваль афганской песни «Час выбрал нас». У гэтым годе за право называться пераможцем змагалася амаль 50 аматоров афганской песни. На мероприемстве побывали и наши корреспонденты.
Шмат гадоў таму ў горадзе Жлобіне быў створаны першы ў вобласці клуб воінаў-інтэрнацыяналістаў «Памяць». І гэта не выпадкова. Менавіта з горада металургаў больш за ўсё рабят не вярнулася дадому з Афганістана. Тады ж, 17 гадоў таму, удзельнікі клуба «Памяць» і выступілі ініцыятарамі арганізацыі фестывалю афганскай песні. Першапачаткова на гэта мерапрыемства мясцовага значэння з'язджаліся толькі воіны-інтэрнацыяналісты з бліжэйшых раёнаў. Ребята прыехалі з гітарамі, прыехалі, ну тады яшчэ не было такога, чтобы там эти запісы на дисках, на чем-то и так далее. Вот, в основном это была гитара. Ну, со временем фестиваль рос. Ну, вот, фестиваль начали принимать участие творческие коллективы. Фестиваль начали принимать участие, ну, я думаю, где-то и профессионалы. Вот. Он вышел за пределы области нашей, за пределы республики. Сёння, улічваючы геаграфію удзельнікаў, фестываль «Час выбраў нас» можна было б назваць міжнародным. Больш чым за полтора дзесяцігоддзя ў Жлобінскім гарадскім цэнтры культуры выступілі прадстаўнікі Расіі, Украіны, Прыбалтыкі. Традыцыйна двухдзённы фестываль «Час выбраў нас» праходзіць у перадновагоднія дні, і кожны год сюды прыязджаюць усё новыя удзельнікі, каб выканаць ваенна-патрыятычныя песні са свайго рэпертуару. Мы в этом году привезли наш Мозырский ансамбль афганцев «Славяне». Мы участвуем, конечно, впервые в этом конкурсе. Были представители Мозырского района, представители культуры Мозырского района и брали гран-призы на этом фестивале. Но именно афганский коллектив мы привозим за всю историю этого фестиваля впервые. Ребята все достойные, каждый себя представляет в отдельном. Каждый из них автор песен, исполнитель своих песен. Ну, кроме того, что как бы они на разных фестивалях, в том числе и белорусских, российских, военно-патриотической песни, они тоже занимали призовые и гран-при брали, но решили создать свою группу. У гэтым годзе ў спісе канкурсантаў было больш як 40 калектываў і індывідуальных выканаўцаў. Іх майстэрства ацэньвалі прафесійныя вакалісты, заслужаныя работнікі культуры Рэспублікі Беларусь, журналісты і многія іншыя. Большасць сваіх галасоў яны аддалі Вячаславу Гаршкову з Брагіна. Гран-пры, новенькі планшэт і самае галоўнае прызнанне высокага ўзроўню майстэрства дасталіся менавіта яму. Вера Катляр, Вераніка Варашліна, Яўген Макіенка, тэлерадыёкампанія Гомель са Жлобіна. Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь ансамблі народных інструментаў «Былі» назначыў сваё 30-годзе. Урачыстае мерапрыемства прайшло ў сценах дзіцячай музычнай школы мастацтва ў горада Гомеля №1 імя Пятра Чайкоўскага. Тут 30 гадоў таму ансамблі народных інструментаў «Былі» набыў створаны і размяшчаецца і зараз. Сёння ў яго складу ваходзіць 12 чалавек. Яны граюць на акардэёне, баяне, балалайцы, домбры і многіх іншых народных інструментах. Заслужаны аматарскі калектыў «Былі» на гэта артысты з вышэйшай музычнай адукацыяй, а таксама таленавітыя гомельскія студэнты, якія яе толькі атрымліваюць. Узрост удзельнікаў ансамбля вагаецца ад 20 да 70 гадоў. Іх гастрольная дзейнасць даўно выйшла за межы нашай краіны у скарбонцы дасягненняў, перамогі ў прэстыжных міжнародных конкурсах. Што тычыцца рэпертуару ансамбля народных інструментаў «Быліна», то гэта апрацоўкі беларускіх і рускіх народных мелодый, а таксама перапрацаваныя пад калектыў узоры сусветнай класікі. Есть, конечно же, і мировая класіка, которая играется на другие инструменты, допустим, симфоническим составом, или есть чисто инструментальные варианты, не оркестровые, не ансамблевые, допустим, написанные для скрипки фортепиано. Да, мы перекладываем для своего состава, для ансамбля русских народных инструментов, исполняем. Другой слой – это пьесы, написанные исключительно для ансамбля русских народных инструментов. У Гомелі пачаў работу юбілейны 10-ты святочны кірмаш «Навагодні калейдаскоп». Камунарка, «Чырвоны мазыранін», «Гомельская птушкафабрыка», «Бабовіцкія каўбасы», «Віта Камфорт». Прадукцію гэтых і многіх іншых прадпрыемстваў можна знайсці на кірмашы. У Гомельскім грамадска-культурным цэнтры арганізавана 30 гандлёвых кропак. Набыць па цэнах вытворцы або са скідкай можна будзе незвычайны падарунак ручной працы, вопратку айчыннага вытворцы, касметыку, біжутэрыю і прадукты да святочнага стала. Упершыню ў выставе прыме ўдзел Каранёўская эксперыментальная лясная база. Яна прадаставіць магчымасць гамельчанам і гасцям горада купіць жывыя елкі. Наведаць навагодні кірмаш можна да 23 снежня. Час працы з 10 да 19 гадзін.
У Гомеля отбылся международный фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь». Мероприемство проходило в першиню. Однако у организаторов отрымалось переутворить поборництвы у соправдное свято спорту и сябровства. На старт выходили юные легкоатлеты из усих кутков Беларуси, а так само из России и Польши. 36 команд и амаль 800 удельников. Легкоатлетичные споборництвы такого масштабу и массовости у Гомельской области не проводили давно. И не выпадково организаторы вызначили статус «Снежной рыси» как фестивалю. Это не просто турнир, а соправдное свято королевы спорту. Идея эта давно вынашивалась с тем, чтобы, во-первых, собрать не только нашей области ребята, спортсменов по легкой атлетике, но и объединить именно на турнире зимнем, праздничном, накануне Рождества Христова и Нового года спортсменов всей нашей республики и пригласить также гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Под дахом палаца легкой атлетики эмоции кипят на беговых дорожках, у секторах для скачков у вышиню, должиню и скачков с шестом, а так само у секторы для штурхания ядра. Вызначить мощнейшего, поравнять свой узровень подрыхтовки с узровнем представников инших краин. В опыт удела у международных споборництв для спортсменов любого узросту переоценить тяжко. Перемоги на таких турнирах завсёды сдобываются тяжей, а тому и являются больше каштовными. Большой спорт начинается именно с детского возраста. Я так думаю, что как бы тоже являясь старшим тренером областной спортивной школы, детской юношеской спортивной школы, вот главная моя задача, вот как человек, который именно руководит этим делом, чтобы начинать детей готовить к большому спорту, именно с детского возраста. Чтобы они не боялись, чтобы они общались, друзей находили. Сбоку белорусских специалистов до фестивалю «Снежная рысь» особливая увага. У споборництва принимают удел мощнейшие спортсмены краины узроста от 13 до 16 годов. А это ближайшее будущее белорусской легкой атлетики. Эти соревнования призваны выявить наиболее одаренных перспективных спортсменов с целью дальнейшего зачисления в училище Олимпийского резерва в национальную команду Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что первый фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь» отрымался. И организаторы сподяются, что споборництвы, которые плануются сделать традиционными, станут важной часткой спортивного життя не только у Беларуси. Максим Савин, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадио, компания «Гомель». І наприканці випуска про надвор'я. На гэтым тыдні захаваецца анамальна тёплая тэмпература, не характэрная для зімы. У сярэднім яна чакаецца на 8 градусаў вышэй за кліматычную норму. Завтра на протягу дня на территории в области магчимы невеликий дождь, ветер полночно-заходний 8-10 метров за секунду. Температура днем и ночью будет приблизно однольковая 5-6 градусов за знакой плюс. У сераду пераважна без ападкаў. Слупок термометра узнімецца да 9 градусаў тепла. Бліжэй да выходных на тэрыторыю в области прыйдзе пахаладанне. Днём да плюс 4, ночью да мінус 5 градусаў. Навіны рэгіёна, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Дзякую вам за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры.